Обижаясь, люди отказываются от общения с близкими, меняют отношение окружающих к себе, наносят вред собственному здоровью. Она оставляет после себя боль и опустошенность, которые будут преследовать долгое время, дни, недели и даже годы. Чтобы избежать подобных ситуаций, надо учиться трансформировать негативные реакции, избавляться от накопленных вредных для гармонии установок. Как это сделать, сегодня обсуждаем с астрологом и практикующим психологом Ириной Ордой. Очень часто на консультациях встречается тема «обида и обидчивость». В принципе, что такое обида? Обида – это наши неоправданные ожидания на поведение других людей. Обидчивость – это как черты характера. То есть это такой человек эмоционально не то, что неустойчивый, это его природа. И вот ему хоть пальчик покажи, вот на него не так посмотрели. В соцсети он зашел, ему какой-то комментарий шутливо, даже там не то, что негативный, какой-то шутливый, пошутили, к примеру, над ним. А это уже для него такой, знаете, как повод испортить настроение или повод там в депрессию запасть. Если мы говорим о качестве характера, как обидчивость, да, это такие люди вот, чисто эмоциональные. У нас есть 4 типа. У нас есть люди огненные, которым нужны какие-то цели, они постоянно добиваются, достигают, они такие очень активные. Есть люди воздушные, которым нужны впечатления постоянно. Есть люди земные, им самое главное, вот они приземленные. А есть люди водные, или по-другому, есть люди эмоциональные очень. Обида – это как обида на какие-то крупные моменты, когда вы чувствуете острую несправедливость, вот, что человек несправедливо ко мне отнесся. То есть по-другому есть конфликт, нарушение личных границ. Я обиделся, я человека отстранился. Первый момент. Второй момент, если, к примеру, это моя обидчивость, моя обида превратилась как качество характера, и меня уже все раздражает, я на всех обижаюсь, и это уже вот как, вот уже как паранойя. Поэтому здесь какие могут быть такие вот советы практические? Первое, нужно понять свою природу. Во-вторых, раз такая есть эмоциональность, нужно просто понять, что как я успокаиваю свою психику. Просто понять, что почему мнение других людей, оно так на меня влияет. Так, к примеру. Здесь как бы работа с самооценкой. Взять и написать, к примеру, себе такие же моменты. А вообще, что я сам о себе думаю? С подругой или с мамой, с папой или с близкими людьми эту тему обговорить, особенно если это женщина. Потому что женщина, когда проговаривает, она решает свою проблему. Потому что женщина проговаривает и решает проблему. Проговорила, поняла, осознала. Но понятно, что кому она проговаривает, надо, чтобы этот человек был единомышленником, чтобы наоборот поднять самооценку, а не понизить ее. По идее, у каждого человека обязательно должен быть старший человек. В каком плане? В идеале это мама, папа. Например, человеку плохо, у него накопился какой-то негатив. Он идет к родителям и сливает негатив, по-другому рассказывает, как ему плохо. Родители говорят, да, я понимаю, и так далее. Проговорили, сказали, да, там какие-то советы дали, поддержали эмоционально. Это в идеале. Далее у жены это муж. То есть, когда жена сливает негатив мужу, муж ее поддерживает, потому что часто женщина, она устает психологически, потому что, по идее, женщина не должна работать, так? Она же дома сидеть. Где женщина устает? На работе, так? Чисто психологически. Но женщина же как свойственна, она же себя очень много может ответственности взять. И она, когда чувствует эту ответственность, она чувствует эмоционально это истощение. И поэтому, по идее, ей необходимо как бы слить этот негатив мужу. Но опять не факт, муж примет этот негатив или нет. Вот. Потом далее, по идее, если муж как бы не понимает, родители не понимают, то, по идее, это психолог, да, к психологу ходить. Как сейчас, к примеру, на Западе модно, там раз в месяц к психоаналитику ходят, это как зубы, как поликлиника, как почистить лицо, там, как подстричься. Потому что, по идее, это как наставник, раз в месяц человек ходит просто на психотерапию. То есть у него есть такой вот специальный человек, психолог. Есть техники специальные, там есть прописывать письма, прорабатывать через метафорические карты, моменты там протанцовывать, арт-терапия есть, ну вот эти разные моменты, очень много разных техник, да. Но если, к примеру, вот прям вот как экспресс, вот, к примеру, раз, обиделись, самый лучший способ просто
И посчитать до 10. Помните, как это говорится? Самое главное, что дыхание, потому что дыхание, оно разжигает вот эти чувства. Они вот здесь останавливаются. Нужно начинать медленно дышать, да, во-первых, и вообще остановить. И держать воздух до тех пор, пока можете держать. Тогда чувство, ум, он успокаивается. И сделать это несколько раз, там 2, 3, 4, 5. Потом опять попить воды, к примеру, выйти на улицу. По идее, это называется контроль чувств. И по идее, что такое эмоционально зрелый человек? Он умеет руководить своими чувствами. То есть по-другому, не я руковожу своими чувствами, не чувства мной, а я ими руковожу. В первую очередь должны управлять своими эмоциями научиться мужчины. Потому что мужчинам вообще запрещено сливать негатив, ну в каком не сливать, а проявлять свой гнев. Потому что иногда, когда мужчина гневается, ну это неприятная ситуация, у женщины накапливается этот гнев, как бы обида. То есть, когда вот мужчина гневается без конца, без края, как он гневается, ты не знаешь, что он там дверью хлопает. Нет. А как бывает, просто там злым словом. Ну а что такое развитие личности? Что такое крепкий, уверенный человек? Это называется, как у человека правильная самооценка. То есть он про себя знает, какой он внутри. Понимаете? Это первое. Второе, он понимает, что он ничего плохого людям не делает. То есть он внутри чист, нравственный. Не пьет, не курит, не изменяет, наркотиками занимается, ну там какими-то делами. Он чистый. Понимаете, он внутри знает, что он такой. Ему не надо доказывать. Потом дальше. Чем человек становится, там, не то что известнее, то есть он как бы крупнее и так далее, он должен быть к этому быть готов. Готов к обратной связи. Это называется эмоциональная зрелость человека. То есть человек растет социально и растет эмоционально. То есть по-другому он, во-первых, даже может как-то как выразить какие-то аргументы, сказать. Обиды к чему могут привести? Это психосоматика по-другому. Когда человек, обида – это гнев. Гнев бывает мужской и женский. Мужской – в каком плане? Природа. Например, человек разозлился, он там постучал, да, там дверью хлопнул, это проявление мужского такого гнева. Женский гнев, обиделась. То есть по-другому человек, женщина, например, да и мужчина тоже, он подавляет себе этот гнев. Он подавляет, и эта энергия, которая идет вовнутрь, она разрушает, начинает человека. Чисто психологическое такое упражнение на обиду, к примеру, да, берете лист бумаги, к примеру, пишите, к примеру, вот я сейчас обиделась на человека, да, предположить, а что он мне подсказывает, какой позитивный урок в том, в этой ситуации есть, понимаете, то есть нужно позитивный урок найти, самое главное, чему меня учит эта ситуация, потому что иногда бывает, нам человек сказал, а может он прав, а мы не хотим этого воспринимать. Еще раз скажу, обида – это психологическая защита. От чего мы защищаемся? От своих внутренних непроработанных негативных ситуаций в жизни и негативных каких-то качеств. Понимаете? Поэтому, как только мы обиделись, самый шикарный вопрос. Чему учит меня эта ситуация? Что я должен понять и какие качества характера мне необходимо поменять?